Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 230. Запишите, используя каждую цифру от 0 до 9 только один раз. По цифре 1 – наименьшее число, кратное 2. По цифре 2 – наибольшее число, кратное 18. Итак, давайте сначала посмотрим, какие цифры мы будем с вами использовать. Мы будем использовать с вами цифру 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Каждую из этих цифр мы будем использовать только один раз. Мы знаем, что числа не начинаются с нуля, и так как нам нужно написать наименьшее число, то мы начнем с единицы. Так как число наименьшее, то следующий разряд мы берем наименьший, это из оставшихся цифр 0. Затем 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас остались две цифры 8 и 9. Так как наше число кратно 2, то последняя цифра должна быть четная. Четная цифра у нас только 8, поэтому переставляем местами 9 и 8. И это будет полученное число, это наименьшее число, которое кратно 2. Наименьшее, потому что у нее наименьшее число разрядов. Это по цифре 1. По цифре 2. Теперь нам нужно записать наибольшее число, которое кратно 18, используя тоже эти цифры. Что значит число кратно 18? Это значит, что это число 18 число кратное 2 и 9. 18 это 9 умножить на 2. Получится ли у нас число кратное 9? Для этого найдем сумму цифр. 1 плюс 2 плюс 5 плюс 3. Плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8 и плюс 9. 3 плюс 7 – это 10, 2 плюс 8 – это 10, 1 плюс 9 – это 10, 4 плюс 6 – это 10, то есть всего получается 40 и 5 – это 45. Сумма цифр 45 кратно 9 – значит, и число, которое составлено будет из этих цифр, тоже будет кратно 9. Мы не записали слагаемое 0, потому что если мы к числу прибавим 0, то сумма будет равна числу, отличному от 0. Замечательно. Итак, в любом случае число, записанное этими цифрами, будет кратно 9. Но точно так же 18 кратно 2. Значит, последняя цифра должна быть кратно 2. То есть четная. Хорошо. Так как нам нужно записать наибольшее число, то наибольшие разряды должны быть самыми большими. Итак, наше число будет начинаться с девятки. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Так как на конце должна быть четная цифра, 0 – это четная цифра, значит 1 и 0. Итак, данное число четное, значит, делится на целое на 2. Сумма цифр равна 45, делится на целое на 9, значит, и число делится на целое на 9. 2 и 9 – взаимно простые числа, значит, данное число делится на 18. Итак, это число кратно 18. И так как мы использовали наибольшие разряды сначала, то оно наибольшее. Удовлетворяющее данным условиям. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения, замечания, оставляйте их в комментариях к этому видео.